В Твери ловили безбилетников на общественном транспорте. Совместный рейд представителей Министерства транспорта Тверской области, сотрудников Верхневолжского АТП и полиции прошел на основных автобусных маршрутах муниципалитета. Как показали несколько часов проверки, жители Твери к оплате проезда относятся достаточно добросовестно. Впрочем, не все. Подробности в нашем следующем сюжете. Карты, билеты, пожалуйста, подготовьте на проверку. Голубая униформа транспорта Верхневолжья и специальное устройство для проверки платежных документов. Контролеры в автобусах Верхневолжского АТП – картина, становящаяся для Твери все более привычной. С начала этой недели мероприятие по выявлению пассажиров, осуществляющих безбилетный проезд, проходит еще более интенсивно. Вместе с представителями компании-перевозчика в рейде принимают участие и сотрудники полиции. Они следят за общественным порядком. Впрочем, за несколько часов рейда ни одного инцидента не произошло, а возникшая спорная ситуация разрешается тут же. Вы только сейчас зашли? Да. Это когда зашли, оплаты не показывают. Нет, так. Я вышел, но я оплачу второй раз. При посадке на колени. Еще. Вы где зашли? Речно. На сегодняшний день существует несколько вариантов оплатить проезд в автобусах транспорта Верхневолжья. Однако, как показывает полугодичный опыт работы новой транспортной модели в Твери и Калининском районе, перечислять свои кровные за поездки на общественном транспорте стремятся не все пассажиры. И даже работа контролеров на маршрутах не пугает горожан, предпочитающих ездить, как говорят в народе, зайцами. Ну, просто люди заходят и деньги либо не отдают, либо делают вид, что они вроде бы как карту приложили, да, но, соответственно... Оплата не происходит. Иногда садится, иногда просто подходит к терминалу и не срабатывает. Человек дальше садится и едет спокойно. Пару раз молодые люди подходят вот так-то по карману, раз ладошку, и все, и идет дальше. Так что всякие люди встречаются. Однако жизнь безбилетников постепенно усложняется. В арсенале у сотрудников транспортной компании оборудование, которое позволяет проверить, был ли совершен платеж за проезд, независимо от способа – транспортной или банковской картой, приложением или наличными. Пассажирам, которые проезд не оплатили, может грозить административная ответственность. В соответствии с законом Тверской области, штраф, предусмотренный за данное нарушение, в размере от 500 до 1000 рублей. Как отмечают в Министерстве транспорта Тверской области, каждый рубль, полученный в рамках работы новой модели пассажирских перевозок, поступает в бюджет региона, а потому мероприятиям по выявлению безбилетников будет уделяться особое внимание. На сегодняшний день, по данным транспорта Верхневолжья, доля граждан, которые не оплачивают проезд в автобусах, составляет примерно 10%. Резонно предположить, что сумма недоимок в областной казне может быть значительной. Между тем, в компании «Транспорт Верхневолжья» напоминают, что во избежание штрафов всем пассажирам общественного транспорта Твери необходимо прикладывать карту или мобильный телефон при входе в транспортное средство, а также при выходе из него. Социальную карту также необходимо дважды прикладывать к валидатору.